здесь разговариваешь, тогда будет слышно. А вон, видишь, даже эти штуки мелькают, индикатор. Все, я трансляцию выключу. Вот видите, какие желтенькие футболочки? Какой здесь нужен? Thank you.
17:30 у меня написано. Час перерыва после этой игры. Не знаю, я должна тебе на всякий случай позвонить. Да, да, хорошо. Да, не, я ничего не трогала, камера у меня своя, единственное, что я штатив взяла. Да, да, конечно. Где добавились? Смотри, у меня расписание сейчас при мне. Сейчас я посмотрю 3 секунды. А ты можешь мне сказать, вот смотри, у меня сейчас 14:30, 16:30, 18:30 по расписанию. То есть... Хорошо, сейчас я посмотрю. А ты можешь мне переслать расписание, которое Оля переслала? Что-то у меня повадил лист, оно не было. Ага, хорошо, сейчас я посмотрю. Сейчас я перезвоню, хорошо? Ну, я ж, да, я посмотрю и перезвоню. Сейчас поговорим, ладно? Я тебе отдам. Ну сейчас давай посчитаем. Ну давай сейчас, Людочка, давай, давай сейчас, я сейчас посмотрю и мы сравняем, хорошо? Если что, я тогда мальчиков отменю и тебе отдам, там уже ты пионер, Локомотив. Сейчас, я посмотрю, ладно? Я перезвоню. Случайно не нужен, я Клондайк снимала.
поэтому надо снимать ее на всякий случай. Извините, пожалуйста. Меня Люда, я тебя предупредила, я бы не звонила ничего. Когда-нибудь вы у меня тоже будете снимать на пионере, тоже точно так же позвоните, спросите. Смотрю, может, там Лена есть, хорошо.
Держи, понедельник пионер, у меня в сейфе этот штативчик там. Первая стадия. Вот. Да, да, его надо прикручивать, я снимала, потому что Родионов сказал, что не пользовался им Данилов. Да, они с нашей вышки снимают. Не знаю. В принципе, когда постоянно съемки идут, там постоянно штатив висит, а так... не надо, там, в принципе, все хватит. Да, 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 она рядышком, там все нормально. Хорошо, давай, я тогда... Да, 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 я увидел. А, так... По крайней мере, цвет. Только там красный показан, понимаешь, и цветоотражаемость стала хуже. Там вообще очень мало цвета было. Смотрите, в понедельник, в принципе, локдаун уже заканчивается. Я в любом случае приду, куплю. Если вам надо... Да? Отличненько. Просто это, в понедельник же уже вроде бы вы открываетесь. Я сейчас не успею, сейчас у меня работа подвернулась.